А оцей занепокоєний чоловік сьогодні вже кілька разів зарікся. Тепер на іспитах він обов'язково буде поблажливіше. За крок до сцени вимогливий викладач Черкаського університету Андрій Олександрович Ковальчук нервує не менше, ніж його студенти перед сесією. Заспокоїти себе чоловік намагається думкою, що принаймні з одним із суддів він порозуміється з півслова. Как мне известно, он кандидат наук, как и я, и тоже по физике. Я преподаю в университете, в Черкасском, квантовую механику. Надо сказать, что я иногда бываю несколько эксцентричным. Я могу прямо на перемене где-нибудь в аудитории довольно громко исполнять различные любимые произведения. Ексцентричний співаючий викладач став справжнім улюбленцем усього студентства. Вони то й вирішили, такий талант не має права скніти у стінах університетської аудиторії. Андрія Олександровича неодмінно повинна почути вся країна. Доброго дня. Добрий день. Андрій. Так. 35 років. Саме так. Черкас. Так. І до того ж фізик, колега. А що так? Це правда. По-мефістофельськи. Дружина там за тебе переживає чи диво? Так, да. Як її звати? Аня. Аня, я тобі бажаю удачі, тому що Андрій співає що? Куплети Мефістофеля із опери «Гуно» Фауст. Гуно? Гуно ще ніхто не співав. Давай. Крутой какой. Тот кумир всех сильней богов, парю небо презирает, насмехаясь изменяет, он небес закон святой. Угождение богу зла, а край на край встает войной, и людская кровь рекой по клинку течет булата. Люди гибнут за металл, люди гибнут за металл. Сатана там правит бал, там правит бал, сатана там правит бал, там правит бал. Там правит бал, сатана там правит бал, там правит бал, там правит бал. Когда вы выступали, мне было несколько неудобно. Потому что у меня было полное ощущение, что я сижу в опере. И не в вечернем платье, и без бриллиантов. Простите меня. Нет, простите меня. Это было бесподобно. Великолепно. Я говорю да.
это очень хорошее, яркое выступление. Я уверен, что это самое яркое ваше выступление на этой сцене. Я не поклонник подобных голосов, подобных манер. Считаю вас бесперспективным в нашем шоу. Нет. А я вот думаю, а можно ли в принципе ярче еще выступить? В принципе, возможно. Я думаю, что в принципе нельзя, потому что планка поставлена так высоко. Она запредельно высока. Это восхитительно. Не надо всегда на таком высочайшем запредельном уровне выступать. Иногда надо и чуть ниже опускаться, безусловно, исполнять какие-то легкие песенки, безусловно. Потому что то, что вы показали, это экстра-класс. Конечно, да. Спасибо. Дивись. Яка історія? 35 років тобі зараз, да? Так. От десь приблизно 35 років я вперше в своєму житті зрадив. Я зрадив фізиці. Я думаю, що твої студенти тобою задоволені. Я не хочу їх позбавляти класного викладача. Ви проти фізики? Я не думаю, що вони проти фізики, вони просто за Андрія. Ну і фіг з тобою, я тобі кажу так. Андрюш, поздравляю. Спасибо. Я в восторге. Спасибо, но... Чуть-чуть не пролетел, конечно. Чуть-чуть не пролетел? Ну, не пролетел же. Наверное, надо было выбирать Бон Джови. Ну, ладно. Но в любом случае, это было потрясающе. Спасибо. Я очень рада за вас. Встретимся в тренировочном лагере. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Ой, там у нас будут и физики, и лирики, и там кто у нас такие не будет. Будут все.